Стоит грузин возле обрыва, плачет, плачет. Подъезжает к нему другой и спрашивает: «Вай, Гоги, ты чё плачешь? Тут посмотри туда, а там Мерседес в щепке». Он смотрит: «Вай, да хорош, тебе новый купишь». Он: «Посмотри туда, а там девушка на переднем сиденье». Он: «Да хорош, тебе новую найдешь». Он: «Посмотри в рот». Он так смотрит: «Вай, Гоги, Гоги, плачь, плачь, Гоги». Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Если у тебя есть прикольные классные анекдоты, присылай мне, и я с радостью расскажу на своем канале. Всем пока-пока!